В сердце у Бога есть древнее желание, когда Он сказал, что небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Он жаждет иметь это место, где Он живет. Не посещает, Он не хочет прийти, посетить нас и уйти. Он хочет остаться и там пребывать с нами, обитать. Мы живем в этом сезоне, вот в это время, когда это откликается в наших сердцах из сердца Бога, в каждом народе, племени, языке, что Он хочет нас подготовить как обитание места. И не только мы как нации, но в нашей жизни, в семьях наших. Это очень близко. И даже год 2020 был такой паузой, и у нас столько было времени, как семьям провести вместе. И это Его желание. В каждой семье это по-разному, но в нашей семье Он приходит во времена, когда мы кушаем вместе, когда мы делаем что-то, дела какие-то, или даже на прогулки ходим вместе. И как мамы мы это взращиваем и приводим в нашу жизнь. Но мы не всегда понимали это. И я думала, что надо куда-то идти. Это в церкви, в здании, там, на конференции. И я поняла, что это драгоценное время в наших домах. Конечно, мы несовершенны, но мы обнаружили, что когда мы этого хотим, как семья, Он на самом деле приходит к нам туда. Мы живем в такое время, во время исполнения желания Бога. Давайте Богу дадим место покоя Его в наших сердцах, в наших семьях, и когда мы с другими семьями собираемся вместе.